Итак, Павел Карманов являет свое искусство. Шилклоппер взял Волторну и отправился на сцену. Павел, вы хотели бы предварить то, что сейчас прозвучит, каким-либо комментарием? Я думаю, что надо просто спеть песню «Небо и земли» в моем изложении и в исполнении прекрасного, любимого моего ансамбля «Сирена». А как это в вашем изложении? То есть сначала была деревенская основа, да? Да, я взял песни ансамбля «Сирен» и как бы их аранжировал. Вот уже начинается. Да. Небо и земля, небо и земля, место чувствуют. Ангелы, люди весело празднуют. Иисус, Иисус, Бог родился, ангелы спевают, царь ей летают, падают, пастыри играют, чудо повидают, чудо, чудо повидают. Хорошо, но мало, дорогие товарищи. Только что мы с вами познакомились с изумительным искусством ансамбля «Сирен», который на наших глазах явил нам старинные, добрые, традиционные православные рождественские песни. Благодаря Павлу Карманову и Аркадию Шилклоперу,